Вообще шикарная речь просто. Навального? Ну, как он сказал, я работал, работаю и буду работать. Если из 30, из 300 тысяч человек вы нашли только четверых, из которых два, извините меня, уголовника, да, то остальные, там, 299 тысяч 900 с чем-то там людей, это люди, которые в меня верят и которые со мной были, и которые со мной пойдут. Поэтому он работал и будет работать, несмотря ни на что, его не сломить. И сказал, я не боюсь, и вы не бойтесь. Конечно. И поэтому мы не боимся, мы сегодня опять на площади. Как думаете, к чему приведет суд Навального? Навального он будет сидеть долго, пока Путин не отбудет свой срок, ну или пока Путин не умрет в конечном итоге. Как говорит, любит говорить один наш журналист, пока мы не услышим «Лебединое озеро» долго-долго по всем телеканалам. Но ведь есть заключение ЕСПЧ о том, что Навальный не должен сейчас сидеть. Российские власти при этом не обращают внимания на заключение ЕСПЧ, на его решение. А у нас вообще российские власти на какие-то законы внимание обращают? Они вообще, сама власть российская, какие-то законы у нас соблюдает? Хотелось бы с этого начать. Если мы не исполняем свои законы, то мы плевали на законы и ЕСПЧ, и мировые, и прочее.